Итак, в красных цветах Незамединов Улугбек, в синих Касумов Фарух. Вот интересно, в полуфинале Незамединов нокаутировал с разворота в печень болгарина. То есть настолько мощно пробил там, в начале встречи, что это был нокаут. Да, все возможно. Веса более тяжелые. Бывает так, что пробивает даже через руки. Ну, а Касумов Фарух переиграл казаха в полуфинале. В первом круге не сильный соперник был афганец. Судьи Гадиев Басабов Каримов. Ну, а что касается Незамединова, то он в первом круге обыграл россиянина Павла Керимова. Это уже такая хорошая заявка на, да, на победу. Это Фарух Касумов идет. Боец с красным поясом Незамединов Улугбек, Узбекистан. С синим поясом Касымов Фарух, Узбекистан. На повыше Незамединов немножечко. Обозначает Незамединов. Тут получается активность синему. Да. И бал. Бал синему. Бал синему все-таки. Смотри, как поддавливает Незамединов в красном. Да. А в ударной технике явно. А вот в борцовской силе, да, он так от защиты работает. Да, поддавливает явно. Рассчитывает на удар ногой. Сейчас неплохо был, но не достал. Да. Сильного удара не было. Опять же, у них вот серия сразу в захвате. Бал красный. Бал в корпус забираю сейчас рукой у нас. Уже больше минуты прошло, первый бал. 1-1 у них, да, по бал. Второй раз тем же ударом. Бал красному. 3-1 по баллам. Последний бал мне показал, что ногой он попал в локоть. Не достает. Бал красному, бал красному. Последние два балла были тоже очень сомнительными, на самом деле. Бал красному. Опять бал красный нас забирает. Улугбек вышел такой в хороший отрыв. Активность синему. Бал красному. Опять достает на отходах уже Улугбек. Выкидывал руку. Угу. 7-1 по баллам.
если я не ошибаюсь. Половина встречи. Оба осторожничают, сейчас стоят. Хорошо ударом снес. Да. В захвате стоят. Фарук не пытается бороться даже уже. Дышащая ударная техника. Причем дышит достаточно хорошо спортсмен в синих цветах. Обыгрывает. Да. Очень хорошо обыгрывает. Двигается, стреляет. Сейчас. Бал красному. Пытается хотя бы побить здесь в захвате Фарук. Бал красному остановить. Опять в корпус. Ну что, прямым ударом. Явно в ударной технике превосходил. И, по-моему, понимал это Касумов Фарух еще даже с самого начала. Второе явное преимущество. Да. Вот он попробовал сделать один удар здесь с разворота, но мимо цели. Вот именно таким ударом он вырубил в полуфинале болгарина. В финале весовой категории 85 килограмм одержал победу и стал чемпионом мира по рукопашному бою Низамеддинов Улугбек, Узбекистан. Меньше поединков остается провести на чемпионате мира сегодня. Осталось две мужских пары, да, и две женских. Еще абсолютно. И абсолютно весовая категория. Сегодня у нас понедельник, 7 июня. Ну, предыдущий узбекский финал был как более интригующим, ярким, да? Сдача, да, от удушения, которое посчиталось нарушением правил. И, конечно, драматичный бой. Категории 75 килограмм. Да, но нервы были равны, да. И нервы были у них, конечно, на пределе, у тех спортсменов.